зовут Даша. В ноябре прошлого года я поехала в Москву сначала на интенсив, потом меня вскрыло, я осталась в Москве на цех на 2 месяца. Это был просто, ну, невероятный опыт, честно вам скажу, потому что, ну, ни с чем это не сравнится. 2,5 месяца это был просто трэш. Я была существующей нишей, вот с мужем мы занимаемся поставками продуктов питания в рестораны, кафе, переработчики, то есть те, кто производит продукты питания. Точка А на момент цеха у нас была 250, за цех мы скакнули до 900. Нас это окрылило, мы грузили вагонами, у нас были бешеные потоки денежные, потом мы скатились, начался кризис, Новый год отработали хорошо, сейчас поняли, что бизнес нужно систематизировать, уволили половину сотрудников, прописали регламенты, автоматизировали работу, внедрили 1С-ку, то есть фактически, ну, выстроили те процессы, которые должны существовать в нормальной организации. Параллельно я запустила новое направление, поскольку мы поставщики фруктов и овощей, у нас есть эксклюзивные позиции, это свежие ягоды в городе Омске, и мы делаем букеты на заказ. Соответственно, за битву это направление приносит немного, от 10 до 15, чисто факультативное, но за битву я планирую в преддверии 14 февраля выйти хотя бы на сотку. Соответственно, все для этого есть. Ну и второе направление, поскольку есть компетенция в финансах, мы автоматизируем некоторые виды бизнеса, и в Москве, когда мы были на цеху, выполнили несколько проектов, порядка 150 тысяч, заработали еще и на этом. То есть разрабатывали структуры бизнеса, финансовые модели, давали консультации, там выстраивали учет, поэтому все так очень бурно. И наша жизнь простом. Надо развиваться и работать. Согласен, Виталий Георгиевич. Спасибо большое.